Ну, я потім теж. Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чечеркин. Учение Украина 2015 считается открытым. Я хочу вам выразить слова благодарности за активное участие в проведении международных учений Украина 2015. I would like to express our deep gratitude to all of you for taking part in the exercises Ukraine 2015. Сегодня техногенные и природные угрозы набирают абсолютно другого и очень опасного характера. Man-made and natural disasters today become very, very dangerous, and they are quite different. They change their face. Которые могут нести за собой очень большие жертвы. And all of these threats can bring to many victims. И не случайно завершающая стадия учений была посвящена именно практической отработке вопросов оказания помощи населению. And this is exactly why we concentrated the final phase of the exercises on the practical skills and learning. Rescue teams, Ukrainian rescue teams, but absolutely for all the participants. Every single rescuer knows exactly what he or she is doing. Потому что от этого будет зависеть исход спасения. Really important for Ukraine for these exercises to take place here in my country. Это не просто учение, это ваша поддержка позиции Украины в той войне. This is your support to what we are doing in a very difficult situation. П'ять увлекательных, интереснейших дней учений подошли к концу. Undoubtedly, the highlight was today's demonstration of team capabilities. И сегодня мы увидели как бы завершающий, самый верхний этап сотрудничества, который вы продемонстрировали во время практических занятий. I was impressed by the excellent teamwork of rescue personnel from different countries, not only today, but during the whole exercise. И не только сегодня, но на протяжении всех учений на меня произвели особое впечатление та слаженность и скоординированность, которая характеризовала работу спасательных отрядов различных стран. It is now time to thank you all for your individual contribution to this exercise. А теперь мы бы хотели поблагодарить вас всех за ваш индивидуальный вклад в эти учения. I would like to thank you, General Chechukin, personally for presiding over this exercise. Во-первых, слова благодарности генералу Чечеткину, потому что он был, можно сказать, главой, отцом, президентом этих учений. On behalf of all international participants, I would like to thank Ukraine for the warm hospitality and the excellent organization. От лица всех международных участников хочу поблагодарить Украину за прекрасную организацию этих учений и за такой радушный прием. Вручение символа дружбы производит Гюнтер Бершнайдер, начальнику главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области генералу Дмитровскому. Гюнтер Бершнайдер now will give the symbol of a friendship to General Marchenko. Excellent work. Thank you.
вручения сертификата руководителю ERTCC Клаудио. Вручение сертификата руководителю. Вручение сертификатов, дипломов и медалей команде. Thank you so much for being here in this exercise. As a neighboring country, it was a сертификатов, дипломов и медалей команде Польши. Вручение сертификатов, дипломы.
Внимание!